Так, давай радиозомби. О, монетка, монетка, хорошо. Вот, главное, чтобы они мне не нанесли урон. Ой, хорошо, хорошо. Давай сразу этих выпустим. Попробуем выиграть, чтобы без урона. Без урона попробуем. Не знаю, получится так или нет. В тот раз мне не получилось. Но в этот раз я-то буду знать, что мне делать, правильно? Надо побольше бойцов сразу выпустить. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в бои за наши замки. И у нас есть здесь много чего. Мы открыли новых персонажиков, зомбачков. Что ж, отправляемся в бой, и мы играем на заводе. Все, вот наши герои. Отправляемся. А каждый боец, который ты получаешь и улучшаешь, повышает твой уровень звезд. Повышение уровня звезд предоставляет доступ к новым бойцам. Оба-на, нифига себе, смотри, завод какой. Ого, смотри. Так, вышел один чувак, ладненько, мы сейчас его будем... Вау, подожди, а кто это? Нифига себе, какая-то крутилка. Офигеть, блин, мне надо прокачивать замок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, стой. Как же, что же быть-то? Так, давайте этого воина быстренько. Так, все, взрываем. Ой, мой замок-то повредили. Так, монетка. Заберем монетку. Нифига себе, крутилка какая мощная, а? Ёшки-пашки, что ж делать-то, а? Так, давай вот этого зомбачка, он сейчас взорвет всех нафиг. Ё-моё, мы сейчас можем проиграть. Нифига себе, первый раз такое. Первый раз такое, ребята. Так, давай лучницу нашу. Так, хорошо. Давай улучшим нашу манму. Так, зарядик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты, ё-моё. Давай этого чувака. Сейчас он взорвёт вас. Во. Так, манна собираем. Так, защитку. Нифига, первый раз такое, что у меня замок повредили. Какие они все-таки мощные, а, ребята? Давай взрывателя сейчас мы отправим. Так, манну я хочу еще увеличить. Во. Максимальная мана 800. Ну все, теперь меня не остановить, ребята. Вот так вот, получай. Сейчас я этого большого монстра вызвал. Я думаю, будет полегче. Да, я думал, тут не все так просто, ребята. Реально не все так просто. Все, теперь мы прокачали ману, в принципе. Теперь будет легче нам. Выпускаем новых бойцов. Все, все, победили. В принципе, сложно не было, но вначале, да, мне, так сказать, я заволновался сначала, да. А, и смотри, ежедневная фортуна, получи это сейчас, ага. Так, а, за 349 рублей, не надо, спасибо. Отправляемся дальше в бой, отправляемся. А, некоторые бойцы могут атаковать из-за линии обороны. Используй местные атаки, чтобы их уничтожить. Местные атаки, что еще за местные атаки? Так, давай прокачаем ману сразу. Вот. Что у нас там? Никто ничего не вышел. Так, вышел один чувак. Так, ладненько, я сейчас вот этого большого бойца попробую вызвать. Ах, блин, мне не хватило маны. Маны мне не хватило. Ладно. Хорошо. Не хватило, да не хватило. Так, сейчас увеличим. Максимальная мана 400. Это мало. Это мало. Вот, максимальная мана 500. Хорошо. Ой, замечательно, что они взорвались все. Так, давайте быстренько прокачаем моего мощного бойца, самого вот этого. Во! Против него они ничего не могут сделать. Видал, какой он мощный. Давай сразу вот этого токсика выпустим. Чтоб он тут... И лучницу одну. Так, мана, спасибо. Монетка, хорошо. Идем дальше. Так, давайте прокачаем еще манну. И сделаем... Сейчас, подожди, монетку я возьму. Сейчас кто-нибудь у них выйдет, и мы запустим свой мощный удар. О, всех бойцов покупаю, прикинь. Опа, нифига себе, какой удар мощный. Все, мы победили, ребята, смотри. Даже наши не повредили башеньку-то нашу. Поэтому я получил какие-то бонусы дополнительно. Замечательно, хорошо, проходим дальше. Так, ох, нифига, какие у него бойцы интересные. Так, в бой. Использую карточки, чтобы улучшать своих бойцов. Усовершенствованные бойцы становятся значительно мощнее и развивают свои способности. Хорошо. Так, давай сразу ману прокачиваем. Смотрим, никто там у них не вышел еще. Нам нужно максимально прокачать ману. Так, один чувак вышел, смотри, ё-моё.
Это не очень хорошо. Давай выпустим вот этого бойца. Надо было токсика выпускать, а? Все, выпускаем токсика. Он сейчас взорвет вас всех. Ай, куда ты убежал? Токсик, ты что делаешь? Алло. Так, давай этого бойца. О, смотри, сверху какой-то вертолетик. Давай попробуем их взорвать. Во, нифига себе, вертолетик какой-то летал. Так, максимальная мана у нас... Вау, нифига. Прикол. Прикол. Так, выпускаем токсика, пускай он сейчас их всех подзорвет. И будем ждать, вызовем большого монстра. Против большого монстра вы, ребята, не справитесь. Вот, отлично. Так, токсика и вот этих, значит, воинов обычных. О, монетка. А, монетка убежала. Да как так? О, манна, спасибо. Давай взорвем их. О, так, монетку заберем. 25 монеток, нифига себе. Так, давай токсика и вот этих вот ребятушек маленьких. Все, сейчас мы уничтожим их замок. Смотри, вот этого большого тяжело победить. Смотри, они его стреляют, стреляют его. Ну, никак ничего не выходит. Все, уничтожили мы вражеский замок. Продолжить. 325 монет получили. Ну, неплохо, неплохо. Идем дальше. Ох, у них еще больше бойцов, смотри. Ладненько. Термин 9000 будет отступать, чтобы не потерять преимущество дальности атаки. Оттесняй его до того момента, когда ему будет некуда бежать. Т-9000. Термин 9000. Нифига, терминатор, что ли? Офигеть. Так, быстро прокачиваем ману. Быстренько, 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 быстренько прокачиваем полностью. Так, максимально 300. Ой-о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 й. Тут, ой, смотри, кто-то уже идет, смотри. Так, ладно, сейчас мы токсика вызовем. Пускай он их подзорвет пока. И вот этого бойца. Ё-моё, смотри, какой... Это терминатор, что ли, кто идет? Все, у нас это 500, сейчас это большого вызовем. Офигеть, он стреляет, смотри как. О, монетка, монетка, собираем. Так, сейчас мы всех подзорвем, не знаю. Ой-ой-ой-ой, зачем я нажал на 500? Ай-яй-яй-яй, давай, токсика, срочно токсика. Да взрывайся уже, ё-моё. Взорвался не в том месте, где надо было. Ладно, сейчас попробуем монстра этот вызовем. Все, вызвали монстра, ребята, все. Давай еще. Сейчас монстр вас всех пофигачит. О, молодец. Монстрик, хорошо. Что у нас там? Давай, взорвем. Ой, монетка, монетка. О, заледенение. Так, все заледенели, нет? Нет, давай. Ох, нифига, вот он, терминатор, ребята. Вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо, давай всех, всех подряд. Всех подряд, кто, кого мы можем взять. О, блин, ай-яй-яй, улетела у нас этот. Мана улетела. Давай, токсика. Фига себе, терминатор какой мощный, а как его этот побороть? Все, все, он погиб. Хорошо, заберем монетку. И ударим такой мощный выстрелом таким. Во, все. Главное, чтобы у нас опять не вылез этот терминатор. Победа, ребята. Опыт 120, денежек 320. Продолжить. И мы открываем сундучок. Ага, 7500, 10 кристаллов и максимальная энергия. А, поставь так на отметку, нравится, идите, идите пока. Так, ты разблокировал свою первую тренировочную площадку. Давайте посмотрим, что тут такое. Разблокировать. Ага, готов к тренировке, выбрать отряд. Тренировка позволяет заработать карточки для каждого бойца в одном из твоих отрядов. А, у нас несколько будет отрядов. Давай, бесплатно начнем. Тренировка требует времени, но это хороший способ повысить уровень лучших бойцов. Целых 3 часа будет тренировка у них, ребята. Ну, пусть тренируются. Пусть тренируются, конечно. Назад мне не дают. Мне дают посмотреть рекламу. А рекламу-то я смотреть не хочу. Все-таки пришлось посмотреть мне рекламу. И мы выбираем наш отряд. Можно опять, значит, тренировать. Хорошо, начать тренировку. Все. Тренировка идет 3 часа, 16 кристалликов нет, я не буду их использовать, ладненько. А вот они уже натренировались, получается, так? Да? Что не светится-то? Давай их улучшим. Так, лучницу улучшили, этого чувака улучшили, черного рыцаря. Так, а вот это старик, обычный нежить-герой, давай его тоже улучшим на максимум. Хорошо. Кто там у меня еще? Вот этот не улучшенный, да? Радиозомби улучшим. И крестьянина. А, еще знаешь, что вот это у нас? Замок давай улучшим. Вот, добавилась у нас жизнь, хпшка.
И идем дальше. В бой тогда, да? В бой. Квесты, смотри, квесты. Что за квесты? Делец, приобрести что-нибудь в магазине. Так, обновляется ежедневно. Запрос. А, это мне кристаллы за это дали или нет? Ладненько. Отправляемся в бой, посмотрим, что у нас. А, мы тут все прошли. Тут осталось только сундук робота открыть. И что мы там открываем? Ух ты, мы робота, что ли? А, 7 карточек робота. И здесь, смотри, у нас новая какая-то карта открылась. Слушай, подожди. А могу я эту карту пройти, чтобы не проиграть? Мне нужно, знаешь, я же здесь, получается... Мне нанесли урон, а я думаю, чтобы не нанести, чтобы они мне урон не нанесли, я пробую бойцов вызвать. О, нет, нет, нет. Наверное, я не пройду здесь. Я хотел бы, знаешь что? Побольше бойцов сейчас выпущу. Чтобы они мне не сделали урон моей башне. Не знаю, получится так или нет. Ой-о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 й
Вот, главное, чтобы они мне не нанесли урон. Ой, хорошо, хорошо. Давай сразу этих выпустим. Попробуем выиграть, что без урона. Без урона попробуем. Не знаю, получится так или нет. В тот раз мне не получилось. Но в этот раз я-то буду знать, что мне делать, правильно? Надо побольше бойцов сразу выпустить. Чтобы они... Ну, чтобы у меня прям куча такая была. Чтобы они не смогли продвинуться. И вот этого я, возможно, даже монстра сейчас вызову. А может быть, я обойдусь и без монстра. Во! Опа! Есть удар. Да, возможно, да. Скорее всего, да. Да, обошлись без монстра, и мы выиграли. Хорошо. Я это хотел, чтобы у нас было нормально, все чистенько. И здесь я хочу пройти. Использую карточки, чтобы улучшать своих бойцов. Усовершенствованные бойцы становятся значительно мощнее и развивают свои способности. Так, вот именно. Так, давай сразу кого-нибудь возьмем вот этого чувака. Пускай пойдет. Защищает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он его сейчас убьет. Ну, хотя бы он немножечко замедлил. Замедлил его. Давай следующего. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ну-ка, сейчас мы быстренько вот этих бойцов. Да, вот, давай, побольше. Побольше, побольше всех, чтобы они не прошли. Так, лучницу быстрее. А, вот это, смотри, летающий. Гад, он, наверное, сделает мне урон. А может нет? Ох ты, урона не было. Хорошо. Так, Токсик, давайте быстрее, ребята, все, 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 помогайте, помогайте, чтобы мне урон-то не нанесли. Так, ё-моё. Лучницу нужно, срочно лучницу. А, ну у меня она, в принципе, есть. Давай, она сейчас. Ой, главное, чтобы мне урон не нанесли, ребята. Смотри, какие они быстрые-то всё-таки, а. Сейчас я выпущу этот... взорву их. Опа, есть, я взорвал его. Отлично. Да, тяжко, 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 ребята. Ну, сейчас мы... Сейчас немножко прокачаем мы... О, максимально 800. Все, я теперь могу брать этого большого монстра за 500. Быстренько, быстренько. Давай, 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 500, 500. Есть. Все, вышел он вперед. Давай, мочи этого чувака. Хорошо, замечательно. Токсика. Все, сейчас... Сейчас все будет по накатанной нормально. Мы сейчас сделаем нормально. Так, этих сейчас сразу взрываем. Ах, ё-моё, не успел. Ладненько. Давайте вот этих бойцов выпускаем. Токсика и вот этого крестьянина. Все, и здесь мы, в принципе, сейчас мы легко, я думаю, пройдем. Да? Сейчас мы пройдем, и мы получим такое прохождение, что... Прохождение этой карты без повреждения нашего замка. Да. Давайте уничтожаем этот замок вражеский. Вот, все отлично. Ребята, у нас получилось. Так, монетка, монетка. Все, собрал монетку, хорошо. Отлично, отлично, победа у нас. Это я хотел, смотрите, все чистенько, все мы завоевали. Это у нас, получается, первая катка была, да? А у нас следующая будет. Ну, следующая будет в следующей серии, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.